B. C. D. Что? Вейки-вейки. Блин, я И. Короче, здесь показываю пещеру Эфа. Я не знаю, какая хрень тут происходит. Жи. Жи. Ах ты так, значит, буквы, общий сбор. Я тут. И вообще без понятия, что тут происходит. Короче, у нас получилось слово такси. Короче, я сижу в сидящей такси, и тут мы гоняемся за Эфом. Короче, я спрячусь и сотру эти, потому что я наглядел. Та самая милашка школы. Что ты задумал? Я заставку Pixar. Круто, теперь у меня есть пушка. Здрасте. Что там такое происходит? Бля, короче, я фичка Винкс. О, не надо, дядя. Вам конец. Не надо, я такой молодой. Короче, тут происходит какой-то селяму. А ну брошь моих чувачков. Бля, блин, кажется, долбали эти меня превращения. Так как я это могу озвучить? Я все. Короче, вы знаете секрет моего селямуна? Был Н, а стал Эмин. Эф, я сейчас тебя. А мне пофиг. Тут О, как обычно, тянет резинку. Бля, а вы не задумывались о том, что когда Винкс превращаются, то злодеи их так и ждут. Короче, тебе пипец. Блин, я пи. Крошиха. Мой селемур такой. Я не знаю, нафига мне мускулы, но надо. Тут, короче, целая компашка селемур набралась. И пока они превратились, Эф уже успел уйти. Подождите, блин. Он это, меня грабили. Ты больше не селямун, трэш. Be arrested, damn you! Он это! Лох, короче, ливаем. Почему я? Эй, Энчик, не ссы, короче, сейчас что-то придумаем. Выки-выки! Короче, мы складем селяма. Карта. Фига себе, карта. Я знаю, куда надо идти. Да вы не понимаете, капуши. Подождите. Почему на вкус как спагетти? Шо за? Короче, тебе пипец. Сдавайся. Не на того нарвались. Что за... Ну, разве я плохой? Я занимаюсь экономикой! Чей? Пошел нахер! Мы прибыли! Что это? Выки-выки! Я просто секунду, я спрячусь. Короче, активирую свой селяму. Я покажу, насколько я зол, насколько я силен. Так, хо-хо-хо, я собрал твой камень бесконечности. Короче, я тоже активирую свой селяму. Ой, да хватит мне писать.
Какая она сильна! Что за она? Ну все, задолбала ты меня, все! Я чую Эна. Я знаю, он сзади тебя. Где ты прячешься-то, а? Я готов. Все, тебе конец. Что за Все. А ты идешь со мной. Блин, чел, ты мне понадобишься. Что? Все, прощай, Эф. Все. Я не могу поверить. Нет, не могу поверить, что я сделал это со своей любовью. Заплати за это! Хей, я наглая зёпа. Короче, тут какой-то хоррор за 5 рублей. Тут мы скрываем слово трус. Что это? О, нет. Что за... Пи! Что тут происходит? О, нет! Нет! Что за... Пошёл нахер! Выки-выки! Пошли туда. Да подождите, вы меня капуши. Нора, Асве, и я плохой. Включаю режим Наруто. Раздвоение личности. Сдаться или не сдаться? Лучше сдаться. Сделаю вид, что я сдался. Ну окей, короче, я тоже сдамся якобы. Эф против Экса. Кто победит? Все, конец. Что за... Мы приехали. Так, что это такое? Какие-то камушки. Это же наши камни бесконечности. Как тут крипово. Это камень бесконечности Эля. Лох, король. Собрать или не собрать? Конечно же, я соберу. А Эф в то время продолжает блевать. Пошли отомстим Эфу. А тут тем временем по очереди забирают одну букву. Так, собираем. Что это за хрень? Так, надо быстро. Мой старый добрый друг Эн. Ну давай, что ты покажешь? Ты трус, ты ничего не умеешь. Ты трус, ты ничего не умеешь. Что такое? Аргументы кончились. Что? Я тебе покажу, трус. Все, я получил новую селяну. Посмотри, какая у меня шикарная прическа. Ну все, тебе пипец! Вай, радуга!
что? Кто из нас теперь трус? Что? Друзья? Что это все значит? Почему я здесь? Капуши! Наконец-то я вас догнал. Я решил вам показать что-то. Что это за хрень? Привет, пупсик. Что здесь происходит? И здрасте. Я Миляшка с Колей. Почему я? Ю, мы испортим им все, потому что мы, короче, буллеры. Что? Лох, короче, ливаем. Энч, короче, несы. Сейчас что-то придумаем. А хотя я придумал какую-то хитрость. Мы просто создадим какую-то хрень. Что за... Блин, но вы меня сейчас попляшете. Капец. Давай. Что? Ужас. Там. Ты что вообще херил? Сейчас тебе не вставлять. Я вроде всей компашкой. Я тебе зубы поломаю. Получай. Я карате занимался. Эн, ты же меня не оставишь. Алло, нащелит его. Но, прости. Эн, неужели ты меня оставишь? Ах ты так, значит! Ну все, пошел! Дай. Что это за стуковина? Итак, наши капуши получили силы. Так, что это за херовина? Первая гадалка, короче, в этом сериале. Ребята, я хочу вам кое-что сообщить. Вы что делаете? Я такой медленный. Эх, они тусуются без меня. Да им хорошо без меня. Пошли они нахер. Кому я вообще нужен? Эх, они тусуются без меня. Даже и Эну на меня пофиг. 20 years later. А, я злой, я теперь отомщу им. Короче, мне просто лень озвучивать этот момент, короче. Всем пока.